Hey there, friends! Footages for this video were provided to us by our friends from the War in the Swamps channel. These guys are engaged in excavations at the World War II battlefields. They are searching for dead soldiers, aircraft and other equipment in forest and swampy area, where no one has gone after the war ended. Find the link to their channel in the description below. Что, по-моему, граната или что это? Нет. Ящик, наверное, пустой. Аккуратнее, смотрите, блядь, эти железяки пошли. Она вот, да, она просто палка может лежать, и все, вот палка лежит. Видишь, вот она. ПТР, по-моему, больше сотни. Да? Ну, хоть, вот, может, этот бугор он с ними надо скидывать. Да, бугор тут есть ведь. Дай-ка, Саня, посмотри. Ого! Мама мия, блядь. Помой! Сейчас. О, шикарно. Стартанули. Капонир артиллерийский немецкий. Дай. Помыли гильзочку. Прекрасное состояние у нее. Отличный сохран. По звуку как светлина. И тут пулевое видно. Стреляли вмятины. Нечастая в наши дни уже плита к немецкому миномету 80-миллиметровому. Крепкая в сохране. Ну, верховая. Минометное гнездо, позиция. И прям вот здесь. Полштыка глубина, да? Да, наверное. Сохранчики. Да, твердый металл хороший. Вот это уже есть. Мои будут снимать. Да. Пошли с приборами по траншеи, наткнулись на целые немецкие патроны. Балуемся, ковыряемся. В самой траншеи оказался ящик с немецкими патронами. Подчистил, да? Ну. В пачках все. О, какая. Там этикетка прямо классная была. Сейчас на другую посмотришь. Ну, да, хорошая этикетка на упаковке была для фотки. Латунька, да? Цветинка. В канаве возле блиндажа. К сожалению, скорее всего, тухлая немецкая каска. Ломаешь. Ему и суждено будет. Хотя, кто его знает, возможно, на троечку. Вон тут даже войлок остался. Шапка. Пламера. Шапка нашел. Обруч-то был. И, кажется, возможно, даже зимник был. Поактивней, поактивней. Вторая. Сохран останков советского бойца. Конечно, печально. Косточек совсем немного. Время берет свое. При бойце была ручная граната, патроны. Это от шинельки. Уголочки воротника. Здесь части ремня. Ножик складной. Сапоги были. С
Смотрите, такой вот портсигарчик самодельный поднял. Алюминиевый. И внутри надпись. На память Северо-Западный. Сейчас, фронт. Сейчас, пусть он возьмет. Вот. Так. Гвардии. Кто тут у нас? Лейтенанта. Лейтенанта. Дмитриева. Н. 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 Да? Ага. Прикольно. Аккуратненько так сделан. С офицерским портсигаром. Редчайшая находка. Взведен, видишь? Ну, слегка отодвинул, да. ТТ, ребята. ТТ. Советский пистолет. Легенда. Сохран, конечно, не очень, но тем не менее, ну как не очень, такой музейный экспонат. ТТ-шник. И портсигарчик. Да, и портсигарчик уже подсох у нас. Лейтенант Дмитриева, да? Угу. Возможно. Вот что за сброс был такой. И портсигар. Классно. Занимайся. Остаток от ботинка. Тушки? Да, наш. Остаток от ботинка. Мне разрешила военная разведка тут копать. Вот диск от ППШ был. И пошли косточки. Останки. Стал разгребать землю, и вот ноги бойца советского. Это к автомату ППШ. Пистолету, пулемету здесь. Войлок. Возможно. Вещмешок бойца. Не знаю, сейчас посмотрим. Но тут на нем вот патроны мосинские тоже лежали. Продолжаем раскапывать. Покажем. Да, патроны мосинские тут были. Боец, блин, даже. Череп также с челюстью, зубами. Забрал солдатика, сложил в пакет. Вот с блиндажа такая куча находок. Две каски советские, диск ППШ, патроны ПТР. Тухлая, глубина совсем небольшая, но тем не менее находки-то идут. Это пряжечка немецкая. Эти на самом дне. Готметунц. И сразу тут же сбоку ложечка. Ложка не чайная, но и не столовая, среднего размера. Ого! А какая. Латунь. Ложечка. Подняли солдатика без оружия, без пенала. Вот все останки. Небольшая кучка. У бойца было два детонатора. Граната F1. Ложка. Кошелек с монетами. Чего тебе? И вот в войлоке на дне блиндажа лежал затвор к пулемету МГ немецкому. Такой относительно неплохой металл. Приятный сохран.
Фляга немецкая, убитая, лежала на самом полу, на соломе. Будет помучиться с ней. Ну а здесь получше вообще. Классный сохран здесь. Покажу вам, как мы извлекали фляги.